Глава государства Нурсултан Назарбаев принял сегодня в Акурде министра иностранных дел Ерлана Идрисова, который представил информацию о международных итогах года. График президента в 2014-м был очень насыщенным. По словам Нурсултана Назарбаева, благодаря такой интенсивности зарубежных визитов значительно вырос интерес других стран к Казахстану. Кроме того, как отметил на встрече глава внешнеполитического ведомства, в настоящее время иностранные государства выражают поддержку инициативам президента Казахстана. В частности, высокую оценку в мире получила озвученная экономическая политика Нурлыжоу. Благодаря интенсивности встреч и мероприятий растет интерес других стран к Казахстану. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с ними. Мировое сообщество поддерживает предпринимаемые нами действия. В нынешних условиях необходимо постоянно анализировать международную ситуацию в контексте развития отношений между Россией и странами Запада, а также трендов в глобальной экономике. Ваша программа «Нурлыжоу» воспринимается в мире с высокими оценками. Она воспринимается как объективная, хорошо выверенная программа, обеспечивающая стабильный устойчивый рост Казахстана в непростых внешних условиях вокруг Казахстана. Дипломаты настроены на четкую реализацию программы в сочетании с другими приоритетами внешней политики страны.